Сегодня во Франции открывается выставка древних наскальных рисунков башкирской пещеры Шульганташ. Официальное открытие пройдет в Центре изучения доисторической эпохи в департаменте Дордонь в регионе Новая Аквитания. Об этом РБК Уфа сообщил директор музея историко-культурного заповедника Шульганташ Фаузиль Маликов. На выставке представят все методы реставрации и хранения наскальных рисунков. Для экспозиции были заказаны 3D-копии изображений мамонтов и верблюда размерами 1,30 на 1,20 м. События проходит в рамках ежегодных Европейских дней археологии 2019. Помимо презентации объектов наскальной живописи пещеры Шульганташ, также демонстрируются экспозиции геопарков Таратау и Янгантау. Предполагается, что выставку посетят около 500 000 туристов. Продлится она до 15 марта 2020 года. Сегодня, 17 июня 2019 года, на базе Центра изучения исторического периода мы открываем большую выставку, посвященную нашим объектам. Выставку мы организовали по приглашению директора Центра изучения доисторического периода Жермена Леперо и президента провинции Дордонь. Уникальность наскальных рисунков пещеры уже признана в европейских странах. В ноябре прошлого года успешно презентовали пещеру Шульганташ и геопарк Янгантау в Российском центре науки и культуры в Париже.